Даже во время самоизоляции дороги города не пустуют. Не пустуют также шинные центры и шиномонтаж. Переобуть автомобили успели не все. В одном из шинных центров Саранска пошли навстречу работникам поликлиник и больниц. Здесь можно сэкономить время и средства. За монтажные работы с медиков ни копейки не возьмут. Мы решили, что эти услуги мы можем предоставить им бесплатно. Так как у всех есть автомобиль, и это лишний раз их как бы маленько профинансирует. Вот. Основная задача была помочь медицинским работникам. Шиномонтаж получается полностью бесплатный, вплоть до снятия машины, балансировки, мойки колес, полностью весь спектр шиномонтажных услуг. Чтобы воспользоваться акцией, необходимо предоставить паспорт, права и любой документ, подтверждающий место работы. Это может быть пропуск или удостоверение. Причем поддержать готовы не только врачей, но и любых других работников больницы. Не имеет значения, либо он водитель скорой помощи, либо он психотерапевт, либо он хирург. Должность не важна. Самое главное, чтобы он работал в этой сфере. Самое главное, чтобы человек, это была машина человека, то есть именно его. Да, то есть ни друга, ни подруги. В это непростое время для медиков особенно важно понимать. Общество осознает, насколько сложен их труд, насколько дорог сейчас каждый час свободного времени. Акцию запустили неделю назад, и за это время услугами шинного центра воспользовались 20 медицинских работников. Бесплатно поставить новые шины или починить старые медики смогут неограниченное число раз. Акция продлится еще несколько месяцев. Ольга Данилова, Ирина Герасимова, Владимир Надькин. Народные новости.